Готовимся к приходу гостей. Сегодня у нас будет в гостях мама, дед Сережа, Лева. Это Леша мне подарил вот такую награду. Лучшая жена. Спасибо, любимый. И смотрите, что еще. Сережки, колечко сейчас надену. Это еще не все. Зря покупала я себе розовую пижамку. Сегодня мы будем в футболках. У нас у всей семьи вот такие футболочки. И даже у Алисочки. Уже намыли бокальчики. Видео с нашей свадьбы. Мама. Кума. Кума. Скажи. Как вам моя прическа сегодня? Нравится, не нравится? Помадка или макарон? Хотим в ресторане Бумбараш заказать еду домой на вынос. Будем сегодня кушать кебабчики. Будет много мяска, салатики, закусочки. В общем, грузинский ужин у нас сегодня. Мама придет в 5:30, в 6. У нас, в принципе, все готово. Я не знаю, что случилось с нашим утюгом, но когда я включаю отпариватель, почему-то из него льется ржавая вода. Я уже и сливала эту воду, и новую заливала, и даже с новой водой все равно идет ржавчина. Я не понимаю, похоже, придется менять утюг. Вот что делать в такой ситуации, я не знаю. Уже столько белых футболок я перепортила, их нужно стирать. Эти пятна, правда, не остаются, но нужно стирать заново вещь, снова ее сушить. Не могла вам это не показать. Алиса сделала конвертик для туалетной бумаги. А здесь басика. Там внутри туалетная бумага, видите, зеленый кусочек. Это она с собой будет брать, да, Алиса? Да. Если куда-то будет ходить. Ну, допустим, в торговом комплексе, да? Но это для всей семьи можно. Для всей семьи, для мамы, для всем можно пользоваться. Да, потому что там очень много бумаги. И самое главное, не показала вам. Смотрите, у нашей елочки появилось сердце. Елочная игрушка с нашей фотографией. Вот такая красота. Сзади два ангелочка. Это моя любимая фотография. Леша, что ты такие стульчики-то сюда поставил? У нас всего 4 стула. И 2 стульчика, это такие, знаете, складные стульчики на всякий случай. Вот сегодня у нас всякий случай. Я, правда, думала, что Леша их немножко по-другому поставит, но он их поставил сюда. Но, видимо, мы на них и будем сидеть, раз они такие особенные. От фиолетового букета с розами в Инстаграме я выставляла. Остались вот эти цветочки, живучие. Смотрите, как долго стоят. И еще Леша, смотрите, какую свечку купил. Розовая свеча. Очень красивая. Машина внизу. Сегодня очень хорошая погода. Я даже не застегиваюсь. Вообще мне эта курточка очень нравится. Massimo Dutti. Очень крутая. Легкая, теплая. Цвет красивый. Хотела себе что-нибудь еще прикупить Massimo на зиму. Ничего нет. Ничего хорошего. Смотрите, какой закат. Как отражается от окон домов. Да, сегодня классная погода. В Табрисе уже поставили елочку. Здесь можно пофотографироваться, да? Кошмар. Какое-то прикольное украшение. Это как елочка, да? Это маленькая для тебя, нужно побольше. Все такое красивое. Мы зашли в Кюхленд, купим сейчас блюдечки на стол, тарелочки под угощение. Хотела купить что-то в розовом цвете, но здесь слишком розовый, прям какой-то бордовый даже. Поэтому взяли в серебре. Хотела взять вот такие салфетки, они из бисера, но их больше нет. И мне пришлось взять вот такие салфетки. Ну, это дорожка для скатерти, но это я взяла салфетки такие. Вот такие хотела взять. Мы зашли в Табрис. Взяли виноград, яблочки. Яблоки, бананы там у нас есть. Бананы есть. Такой взять? Да, да, давай такой возьмем. Конфетки. Хамончик нам сейчас делают. Сыр уже взяли. Я не знаю, какой выбрать. Давай розовый какой-нибудь. Панчо вишневый сейчас стали делать. Панчо вишневый с вишней, да? Ну, интересный. Вот обычный панчо классический, а тот будет с вишней просто. Угу. Давай еще розовый посмотрим. Смотри, какой красивый. Блинный нет, мне не нравится. Тогда давай панчо с вишней. Слишком много крема. Давай. Да. Вот на таком тортике мы остановились. Панчо с вишней. Да, панчик как раз маленький, такой аккуратненький, с вишней. Мы еще не пробовали с вишней, мы пробовали с ананасом, очень вкусно. Надеюсь, что с вишней тоже очень вкусный. Взяли какую-то водичку. Спасибо большое. Двоякие ощущения после нее. Покажи мне. 168 грамм. Хватит. Мясо свиное, хамон. Я предлагаю розовое вино сегодня взять. Детям газировку. Так, а Леве какую? Лёва кока-колу пьет? Мы уже забрали заказ Бумбараш. Так, а здесь что у нас? Что у нас здесь? Кофту одень, пожалуйста. Любимый, спасибо большое. Когда ты успел? Когда ты успел? 10 просто. И 11-я белая. Ага, спасибо. Это так должно быть. Красиво. Одевайся давай. Сегодня свадьбы 10 лет. Не надо в потолок. Плюс потолок. Зазвенит сейчас и хрусталь посыпется. Буду ловить бриллиант. С хлопком без? С хлопком. Десять лет совместной жизни. День изо дня. Ночь в ночь. Не расставаясь ни на минутку. Терпения вам в дальнейшей жизни. Любви и счастья желаю. Спасибо. Только любви и только счастья. Любите друг друга. И не взял опять. Он сам сочиняет или выписывает? Из книжки выписывает. Сам сочиняют. Ты че? Какой книжки? Сегодня давай мне мозга парить, что это фарфоровая свадьба. Вот, я оловянная. Оловянная? Розовая. Розовая оловянная. Это у вас в интернете, кто ничего не знает, 10 вот. Лет? 10 лет, фарфоровая, бронзовая 15 лет. Чего вы мне гоните? Так, у него в книге 70-х годов, там все было правильно. Да, а сейчас в интернете всякую ерунду у друг друга перепечатывают. Слушайте старших. Это все фарфоровая, реально? Да. Угу. Фарфоровая, фарфоровая, вот, 10 лет фарфоровая, 15 бронзовая. А ситцевая? 5 лет ситцевая. Вот. Ситец надо было давить, занавески на окошке раньше давили. Так, 15-20 хрустальная, серебряная 25, 30 лет это что? Жемчужная. Отрезы ткани дарили раньше. Из этих отрезов ткани шили ползунки что ребяткам, которые родились, распашонки шили, ночнушки. Тихо. Живите весело и дружно. Имейте все, что в жизни нужно. Храня огонь любви святой до самой свадьбы золотой. Вот как. 40 Спасибо. Лет. Спасибо. Нет. Нормально прочитал? Нормально. Великолепно. Без запинки самый лучший поэт Кубани. Да я написал, сам не пойму. Ну пожелай детям что-нибудь. От себя. От души пожелай, не надо читать. Чтобы жили в любви. Ну. Счастье, гармония. Понятие. Ты видела, как он спрятал? Кого? Бумажку. Она ему пригодится еще. Да. Леша, слушайся Юлю. Юля, слушайся Лешу. Слушайтесь друг друга. Взаимопонимание. Сидим, думаем, куда мы отправимся на Новый год. Дома. Куда? Домой. Дома. Мы полетим куда-нибудь. Никуда мы не полетим, мы будем мужики дома. Остаются дома. В этом деле. Готовить неохота, посуду мыть неохота. Мы пока вот пришли, пока дотащили, все остыло. Я профессионал в этом деле. Подогретые уже не очень. Я не знаю даже. Не переживайте. Да? Да. Дядя Сережа с Лешей дома охота. Мама что? Ну я бы куда-нибудь рванула бы. В Турцию? Не знаю. А там эпидемия. Я бы с удовольствием в какой-нибудь отель. Хватит ерундой заниматься? Нет. Да. Дома решили, все, хватит. Дома все. Все. Вампир. Мне это не нравится. А у нас Юлия Владимировна. Вот. Мне это не нравится, поэтому свободен. Сереж, я сама решу, куда мне надо. Насильно мил не будешь, Михалыч. Голову тебе надо лечить просто. Да полечи себе. Все, полечи себе. Была нормальный человек. Я никогда не была нормальный человек. Никогда. Разборки. У нас сегодня разборки. Просто гурман души. Вопрос-то в чем? Да нет, чуваков, нет никаких вопросов. Я не советник, знаешь почему? Потому что Юля такая же. Такая же дочь, вот и все. Поэтому успокойся и все. Вообще я тебе дам. Мне всякого золотого пассива. Вообще я тебе дам. Ну и все, тогда не торопись. Не надо было бы говорить. Ну, так это надо было вот сегодня именно выговориться. Ну и что? У них нет контакта. У них нет контакта, если... Конечно, ему надо выяснить отношения, потому что он в ответственном состоянии находится. В общем, он семейные разборки. Ну ты же начала. Кто начал? Ты нет, нет, Сережа, это вы начали. Она меня начала унижать. Вы начали выяснять отношения нет. С мамой, а мама начала отвечать. Так это наши семейные разборки-то. Это не твои, не ее разборки. Я виновата. Да, все. И Лёва в том числе. Виновата ли я? Песни пошли. Да мы шутим, нет, конечно, дети ни в чем не виноваты. Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви. Я знаю, Михалыч. Вот Нина на нашей свадьбе. Это Витя Лапин, Лешин одногруппник. Нина, смотрите, какая она была. Ей очень хорошо эта стрижка, кстати. Сережки красивые. Платье шикарное. А у нас свадьба была в кафе. Как кафе называлось? Билетаж. Очень крутое кафе. Так это оно и есть кафе Билетаж. Ты же видишь, он тебя любит. Юль, ну он на меня кидается все время. Нина в тот раз нас разобрала. Я ножом на тебя. Ты что, совсем уже? Друга, Сара, я, блядь, на самом деле, что я лучше. Мама, ой, началось уже, до заяв дело дошло. Вот Нина, я. Нина, смотри, какая. Да. Вообще. Чего? Нет. Тут еще салага, видишь? Уши торчат, кстати. Не, видно, что салага еще. Не, ну квартира здесь классная была, кстати, да? Да, да, это у нас была однокомнатная квартира. Полторка. Мы ее удачно купили и удачно продали. А я в это время на севере был. И куда я ее? Вот и поставь а так с открытой крышкой. Конечно, а то куда запреет. Поставь? Клон. Клон. Ну, танец, мама. На танец. Ну-ка. А что такое? Что уже все? Мы уже высшая каста. А что, когда ты со мной танцы танцевал? Да всегда. Да когда ты со мной танцы танцевал? Сколько мне шрамов на сердце? Ой, ой, ну-ка брать-то. Слушай, ну ты сейчас какая-то свадьба молит. Вот такой рубец. Ты счастливая жила. Давай я тебе налью, ну раз у тебя такой рубец. Я ж тебя ни разу не бил, а? Ты пакости. Ты что? Ну еще бы меня кто-то бил. А за что меня били? За что меня били? Только на камеру выпендривается и все. Вот это тоже. Кстати, хорошая фотография получится втроем. Кстати, сфоткай нас, а то у нас камера не будет фотографии там 10 лет, если ты не сфоткаешь. Давайте. Еще по. О, Саня. Все равно его не брошу. Дай мы вдвоем с мамой. Иди сюда, третий. Ну дай вдвоем с мамой. Передо мной встань. Отойди от меня. Почему? Подожди, я придумала как. Будет очень красиво. Соя. Леша. Залезь, Леша. Иди не мешай, блин. Бери ее! Стоять! Стоять! Громче сделайте! Стоп! Только один пустяк. Вообще не бьет! Ко мне! Я мама отличника! Немножко надо близко не летать! Не-не-не, там не попадает в кадр. Я никуда не пойду. У меня тайна не разглашается. Не жарко. Ну, может быть, потом играем. А, потом разгадываем красоту. Леха, иди сюда! Леха! Все, выговорился. Юля, выговорился. Ну, а что не выговорился? Ну, я прям не сделал. Мама, она переживает за наши отношения. Ну, ты что плачешь? Спать все. А что случилось? Что ты плачешь? Сейчас мы включим музыку и потанцуем с тобой. Не надо плакать. Забыла вам показать. Мама подарила мне шикарный букет. Я даже не знаю, сколько здесь роз. Это Лешечка нам подарил. Вот такую штучку мама подарила. Для конфеток, для фруктов можно использовать, для пироженок. Очень крутая вещь. И вот эти тарелочки, похоже, поднимаются. Да, их можно просто на стол ставить. В качестве блюдечек тоже под что-то вкусненькое. Смотрите, какая интересная. Красивая. Сюда пока конфеточки я сложила. Чаек. Это тоже подарок мамы. Мы уже все убрали. Еще, кстати, много вкусняшек мама купила. Это рулетик с апельсинкой, очень вкусный, хлеб-бурже наш любимый. Вот такая красота, уточка, смотрите. Сегодня мы наливали сюда сок, яблочный сок, смотрелось очень красиво. Шикарная вещь, это Кюхленд. Я не мечтала. А вот еще тапочки мамочка мне подарила. Смотрите, какие красивые, мягкие, меховые. Тоже подарок мамы. Прелесть, просто прелесть. Но это, видимо, Алисочки. Хоп, и можно остановить. Посмотрите, какая красота. Лебеди, салфетница. Очень тяжелые. Они не полые, без выемки, реально тяжелые, металлические. Вещь на года, не на один раз. Очень хорошая. Мама, спасибо тебе огромное. Это подарки на всю жизнь. Действительно, подарки на всю жизнь. Буду хранить и буду любоваться этой красотой.